Здравствуйте, это «Сумма мнений». Сегодня в программе вы узнаете, почему зачистка московских рынков приведет к оккупации Екатеринбурга. Хватит копаться, как археологи-любители превратились в преступников. Прощай, горшок. Уральцы проводили короля шутов. И многое другое. Но главная тема сегодня – мигранты. Против них митингует Среднеуральск, их обвиняют в дебоше на сортировке, их выдворяют из Москвы. Голосуйте на нашем сайте, мы поставили вопрос так. Если выгнать всех мигрантов из Екатеринбурга, на что цены вырастут больше? На продукты, на проезд в транспорте, на одежду, на бытовую технику, ни на что, на все. Итоги подведем в конце программы, и мы по-прежнему выходим в прямом эфире. Успевайте высказаться в комментариях на сайте, звоните по скайпу. Ну а пока убедимся в том, что были в Екатеринбурге и другие новости. Обзор от Оксаны Маклаковой. Интересную новость подарили сегодня депутаты Госдумы. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей приступил к созданию Федерального кодекса школьной чести. В нем, помимо прочего, пропишут дресс-код для учителей. Федеральные и городские СМИ пишут о том, что учителям на законодательном уровне запретят короткие юбки, глубокие декольте и яркий макияж. В Екатеринбурге на это посмотрели с другой стороны, со стороны учителей. Уральские преподаватели в ответ на инициативу Госдумы предлагают написать свой кодекс чести для депутатов. Один из педагогов на страницах портала возмущается. «Мы же не снимаемся для журнала «Playboy», где можно найти фотографии депутата Марии Кожевниковой. И если бы мои фотографии там появились, то разве взяли бы меня работать в школу? И не используем нецензурную лексику, как это делают некоторые чиновники с экранов телевизоров. Так почему для нас готовят какие-то стандарты?» Конец цитаты. Порядок приходит вместе с Greenpeace. Екатеринбург стал одним из городов, который международная экологическая организация включила в свой проект «Вторая жизнь вещей». Горожане могут сдать на переработку бумагу, металл, пластик и многое другое. Карта Екатеринбурга, на которой отмечены пункты приема вторсырья, сперва появилась на официальном сайте Greenpeace, а после на порталах всех городских СМИ. Деловой квартал приводит расшифровку значений. Отходы из разных материалов помечены на ней разным цветом. Стекло – голубым, бумага – желтым, картриджи для оргтехники и прочая ветошь – зеленым. Наконец-то зашевелились ФМС. Комментируют пользователи сайта 66.ru новость о том, что в России появятся временные лагеря для мигрантов. В стране в скором времени может быть создана целая сеть специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации. Сейчас в России существует 21 спецприемник-распределитель, где в том числе содержатся нелегальные мигранты. Они подчиняются МВД, однако с 1 января 2014 года этими вопросами должна будет заниматься миграционная служба. В пояснительной записке к законопроекту представители ФМС предлагают создать 83 специальных учреждения в 81 субъекте Российской Федерации. Правда, для этого придется нанять на работу еще около 5000 сотрудников. Как вы помните, кампания против мигрантов началась в Москве после драки на Матвеевском рынке. Дракой же едва не закончилось празднование Дня железнодорожника у нас на сортировке. На углу Белимбаевская – Росточная. Полицейские задержали 25 нетрезвых человек из числа местных жителей. Как объяснил пресс-секретарь ГУВД Валерий Горелых, чтобы не допустить дальнейшего негативного развития событий, на место были вызваны дополнительные силы, в том числе 15 экипажей комплексных сил полиции и бойцы ОМОН. Задержав нетрезвых граждан, сотрудники доставили их в отделение полиции номер 10 МВД России по городу Екатеринбургу для разбирательства. В деталях рассмотреть затылки задержанных можно у нас на сайте. Читайте новости и комментарии из сети на ekburg.tv. Каждый день мы собираем разные мнения, чтобы вы могли составить свое собственное. И напоследок новость из Фейсбука. Екатеринбургская лента хэппи-бездит Алису Прудникову, изредка отвлекаясь на фотоотчеты со знаменки и напрочь презрев историю со скверненным американскими панками российским флагом. У самой культурной блондинки Екатеринбурга день рождения. Кто-то шлет привет из берегов Балтыма, а кто-то прямиком из Статуи Свободы. Алиса, с днем рождения! А
Алиса, конечно, с днем рождения, но хотелось бы вернуться к мигрантам, главной теме сегодняшней передачи и сегодняшнего дня, пожалуй. Оксана сказала, что будет 83 миграционных центра по всей стране. На самом деле будет и в Екатеринбурге свой центр. Федеральная миграционная служба представила план, осенью его обсудят и решат, сколько центров и где в Свердловской области появится. Сотрудник ФМС рассказал «Вечерним ведомостям», что незаконные мигранты будут прибывать в центрах до момента выселения. До тех пор, пока бюджет не найдет средства на выдворение их из страны, и в том числе в депортационных центрах планируется содержание мигрантов, вышедших из мест лишения свободы. Также до момента выдворения. Кто-то уже успел назвать эти центры концлагерями. У нас сегодня в гостях Рафаэль Исхаков, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики УРФУ. Добрый вечер. Добрый вечер. Рафаэль, как высказываться о мигрантах, чтобы не попасть в разряд экстремистов? Прежде всего, мне хотелось бы сказать о том, что 27 июля, когда все это случилось, вот этот факт, происшедший в Москве на Матвеевском рынке, он поднял, взбудоражил большой клубок, раскрыл большой клубок проблем. Мне кажется, все эти проблемы можно подвести к одному знаменателю. Их в 1913 году еще сказал известный литератор Мережковский, когда он написал статью, которая называется «Еврейский вопрос как русский». Экстраполируя этот заголовок, кстати, можно говорить «Чеченский вопрос как русский», «Китайский вопрос как русский», «Вьетнамский вопрос как русский». Поэтому надо на себя прежде всего посмотреть для того, чтобы четко ответить на вопрос, как себя в этой ситуации вести. В чем состоит вопрос и почему вот этим летом появилась такая-то какая-то пугачевская тема от названия города Пугачев? Смотрите, у нас сейчас кадры ГУВД с сортировки. Вчерашний вечер, вчерашняя ночь, и тоже кажется, что это национальная стычка была. Я вижу. Я, правда, не знаю, здесь было сказано о том, что эти нетрезвые граждане ходили по улицам сортировки. Значит, кто это такие, я, к сожалению, не знаю. Разберутся, протокольно составят, разберусь и узнаю. Да? А вот вопрос, который на Матвеевском рынке произошел, значит, он прочитывается совершенно в другой плоскости. Он не о том, что дагестанцы поколотили полицейского, да? А вопрос прочитывается по-другому. О праве наций на торговлю, о праве нации на торговлю на рынках Москвы. И точно так же о праве нации на торговлю на рынках Екатеринбурга и где бы там ни было, да, России всей. Кто имеет право и кто приватизировал это право, что ли, торговли туда? Почему нельзя, да? Потому что другие источники, не те, которые наши телевизионные, да, там, Первый, там, РТР, там, и прочее, и НТВ. А если посмотреть в интернете, там совершенно другая версия излагается того происшедшего. И она уже дает понимание, почему вдруг это произошло 27 июля. Как будто бы, я всех деталей не знаю, это потом правоохранительным органам выяснится, как будто бы вот этому дагестанцу незаконно, за определенную сумму, большую сумму денег. Якобы они заплатили за право торговли. Да, они заплатили рынке большие деньги. Но это не суть важно. И приехала другая группа из силовых структур и сказала, теперь будете платить мне им и хорошо, это. Нам достоверно неизвестно, что там происходило на Матвеевском рынке. Суть разговора о настроениях в обществе сейчас. Сейчас любая стычка, в том числе пьяная, на сортировке воспринимается как конфликт с людьми другой национальности. Почему так? Как этого можно избежать? Что нужно обсуждать это или, я не знаю, действовать? Может, выгонять и правда? И действительно, любой конфликт с участием людей другой национальности сразу принимается как межнациональный. Как гасить, как сделать так, чтобы у преступников не было национальности? Я сейчас впечатлен очень большой, очень большое впечатление на меня произвело то, что произошло в Питере. Там гражданин России, тувинец по национальности, судится с Россией за то, что год назад
Его задержали точно так же, увидели, что он тувинец. Полицейские не знали, что Тува в составе Российской Они Федерации. Они не знали, что Тува в составе Российской Федерации. Хорошо, давайте про Свердловскую область, про Среднеуральск. Давайте про Среднеуральск. Значит, я понимаю, Согра, да? Или... Нет, Среднеуральск, это 20 числа июля. Местные жители, 80 человек собралось около общежития и сказали, что мы этих сейчас поколотим, таджиков. Потом еще был второй митинг, генерал Бородин приезжал. Я, вне пределах области был, поэтому далек от этой ситуации. Но могу сказать, что вот по примеру Согры, Алапаевска или Махнева, там прошлого года, лето прошлого года, да, там тоже все это начиналось подаваться как межэтнический конфликт. Угу. Давайте год прошел. Где этот межэтнический акцент? Нет этого межэтнического акцента. Выход потому в том, чтобы не называть конфликты межэтническими, и тогда не будет напряжения между нациями, но это как-то прекраснодушно. Это я не буду говорить, что они не той национальности, и они вдруг перестанут вопрос бить меня не по паспорту. Вопрос ставится по-другому тогда. Это вопрос отношения к другому. Вы другой, в отличие от меня. Его отношение ко мне. Я другой в отношении вас. Мы с вами другие по отношению третьих лиц, да? И поэтому вопрос ставится так. Относись к другому так же, как хочешь, чтобы он к тебе относился. Относись. Хорошо. Я хочу, чтобы меня не колотили на улице, если я кому-то не понравлюсь. А, например, ну вот цивилизованно вышли на улицу и сказали: «Уезжай к себе домой». Это цивилизованный метод организовывать митинги, как было в Среднеуральске, в Пугачеве и много где еще? Это не цивилизованный путь. Почему? Общество высказывает недовольство, выходит на улицу, никого не колотит, никаких погромов. Что привело вот этого мигранта сюда, в Россию? Кому какое дело? Имеет ли он право пребывать здесь? Да, право имеет. Да? Точно так же, как мы с вами можем поехать сегодня в любую страну. В любую страну. Поэтому наше пребывание там, веди себя по принятым там правилам, по своду тамошнего законодательства. Пусть ведут, если они ведут здесь по своду здешнего законодательства, никаких вопросов к ним быть не может. А если они нелегалы, вы поддерживаете идею создания, ну, вот этих, как назвали критики, уже концлагерей? Знаете, один известный писатель с мировым именем уже очень радикально высказался, что в эти лагеря сначала нелегалов поселят, а потом всех недовольных, как в Германии в 1933 году. Сама идея, она, конечно, хотели как лучше, а получилось как всегда, да, получается. То есть я представляю, 1500 на Матвеевском рынке арестовали, их где-то хотя бы надо переписать было, и где-то надо было содержать, и поэтому МЧСовцы молодцы, конечно, что палатки привезли, быстренько разбили там в Гальяново некий лагерь и держат там. А теперь, ну, я понимаю, административное там законодательство задержали на 24 часа, даже на 48 для выяснения личности, кто ты такой, да? Дальше по суду 10 суток тебя могут держать, да? Был ли суд над теми, сколько там уже, 500 человек, что ли, уже говорят, в Гальяново находится, в Москве? Я не знаю. Но бог с ним, что я не знаю. Я боюсь, что и суда-то не было, что их там содержат. Значит, ну, рассказывать там антисанитария, возбудить, чтобы вот эти наши некие чувства к этому делу. Там, а вот и все. Мне кажется, что это чисто поверхностные вещи, показ, вот как раз вы же спросили меня, как показывать, как рассказывать, и не то, как относиться. Это вопрос использования этнических стереотипов. У вас есть стереотипы в отношении многих народов, у меня есть стереотипы в отношении многих народов, есть социологические опросы по этому поводу, какие народы себя представляют, да? И вот сегодня вот это использование этнических стереотипов, ну вот у меня есть, я работаю в университете. То есть беспокоиться будет не о чем, если мы увидим там не только таджиков, вьетнамцев, конечно, но еще и англичан, и американцев. Конечно. Которые незаконно, конечно, въедут в нашу Россию. Я просто могу спросить вот об использовании этнических стереотипов, спросить, уважаемый, как вы относитесь к селькупам? Я отвечу на этот вопрос, когда подсмотрю в интернете, кто такие селькупы. А сейчас у нас на связи Александр Кузьмин, ведущий научный сотрудник Института экономики УРОРАН, демограф. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, мы вас слышим прекрасно. Вы высказали мнение, что вот сейчас после декриминализации Москвы, как это уже называется, мигранты хлынут из столицы, в том числе в Екатеринбург. Почему и чем это чревато для Екатеринбурга?
Ну, во-первых, это уже опыт. Я извиняюсь, конечно, но я слышал обрывок буквально последней фразы, что вот селькупы, у нас в Свердловской области есть ассирийцы. И обычно о них никто не говорят. Вот. Что касается вот этого наплыва ожидаемого, я предположил это, поскольку это уже было буквально 10 лет назад, как первый раз произошло, так сказать, ужесточение квотирования миграционное, ужесточение по отношению к мигрантам приезжающим. Там до миллиона приезжало. Вот. И резко сократили часть таджиков, как вы их назвали, узбеков. Они не могли выехать обратно из страны и не хотели. Они переместились в города и регионы, но, грубо говоря, с меньшим социально-экономическим статусом, чем Москва. Вынуждены были переместиться. Я даже придумал название этому явлению. Это подавление. Вы откуда они идут из Москвы? Я их назвал московский таджик. Так, будет вторая волна московских таджиков, и чем это грозит городу? Да, потому что явление, которое вы сейчас обсуждаете, имеет не только этнографический, этнический, допустим, феномен, но приятие, неприятие другой расы или другого человека, который не так выглядит, не так устроен, вот, а имеет чисто политическую подоплеку. Год назад, вот, ну, в частности, я тоже приложил руку, вот здесь в Екатеринбурге обсуждались очень активно, была принята новая миграционная политика, документ, который, в общем-то, не является еще пока, вот я не вижу его нигде, но он администрация президента приняли. Это на миграционная государственная политика новая. Она более либеральная. Вот. А сейчас вот то, что происходит в связи с выборами мэра нового Москвы и другими ситуациями, оно, конечно, могло подстегнуть и обострить интерес к криминальной ситуации с мигрантами. Но сами мигранты существуют по определению. Часть из них существует в криминальной среде, они существуют в подполье. И ничего, так сказать, хорошего из этого может, нелегалы в Екатеринбурге будет больше нелегалов, и хотя бы поэтому возможно вырастет преступность. Да, но я высказал еще одну идею вот в том плане, что я сейчас как демограф посчитал, мало кто сейчас обращает внимание, что город Екатеринбург и Свердловская область небольшая область, всего 4,5 миллиона, и будет 4. А город Екатеринбург сосредоточит 2 миллиона населения буквально вот к 30-му году, даже раньше. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть колоссальнейший мегаполис начнет бурно расти. И ситуация с миграцией здесь будет, понятно, что напряженная. Как это буквально будет выглядеть? Появятся новые вот эти многоквартирные дома на месте частного сектора, это все превратится в трущобы с неконтролируемой ситуацией, даже полиция не будет туда заезжать или что? Ну, вот буквально что произойдет? Вот самые, в Эмиратах, посмотрите, я уезжал 18 лет из Эмиратов, было 500 тысяч, а сейчас пока 2 миллиона индусов, они занимают социально доступное жилье и соответствующие ниши в обществе. И тут точно так же, таким же образом будет выкупаться вот это соответствующее пространство. Понятно. Ну, я не знаю, перегруженность транспорта, больниц, все это тоже будет сопутствовать притоку населения? Если у нас будет 2 миллиона, то всю инфраструктуру города, вообще все, что мы называем нашим мегаполисом, нужно перестраивать в достаточно короткие сроки. Потому что просто нагрузка антропогенная будет чудовищная. Либо наоборот, вот как в Нижневартовске, принять для себя решение, что у нас, вот, скажем, в Нижневартовске в свое время была такая идея. Не нужно нам больше 240 тысяч человек, чтобы жило на северах, в Нижневартовске. Мы можем принять, допустим, в стратегическом плане, что не надо оптимальная численность города, допустим, 1,5 миллиона, и больше мы просто не будем. Тогда нам надо ограничить какими-то законодательными местного уровня. Не знаю, как вы это сможете ограничить. Да, если это можно ограничить в сегодняшних условиях. Да, слушаю вас. Хорошо, последний вопрос. Почему титульная нация так горячо реагирует сейчас на любые проявления межэтнических конфликтов? Ну вот любое дело становится межэтническим. На сортировке напились, 25 человек задержали, почему-то всем уже кажется, что иностранцы виноваты. Еще несколько лет назад такого не было. Цапки прошли как-то интернационально. Ну, видите, в чем, да, Советский Союз был интернационален. Там был какой-то паритет, какое-то равновесие, что приезжайте в гости к нам, и мы к вам поедем. Сейчас миры были, Советский Союз был поделен, и вот те люди, которые поделили, не удержали своих дарений, да? Сейчас же, значит, ситуация такая, что, конечно, национальные, в своих общинах социальной напряженности, любое национальное проявление этническое по собственности, по экономическому признаку, конечно, острейшее. Чем кто-то должен жить лучше, чем я. И тут будет идти, слава богу, у нас еще не так хорошо представлены негроидные расы. Понятно. Спасибо большое. С нами был Александр Кузьмин, ведущий научный сотрудник Института экономики УРО-РАН.
Рафаэль, а вы как отреагируете на то, если Екатеринбург до 2 миллионов резко увеличится? Вы скажете, что это проблема, и это проблема приезжих людей? И как вы это скажете, чтобы вас не сочли экстремистом, человеком, который не любит другие народы? Да, я скажу, что это проблема. Я не скажу, что это проблема приезжих сюда людей, потому что я сам приезжий сюда. В 71-м году приехал сюда учиться в университете и благодарен Екатеринбургу за то, что он меня принял, за то, что сейчас я здесь живу и работаю, здесь живут и работают мои дети, и мои внуки живут. Да? Я благодарен Екатеринбургу за это. Да? Но я просто смотрю, чья это будет проблема? Это будет проблема городской власти, городских властей, да, прежде всего. Потому что, вот как было сказано сегодня Александром Ивановичем уже, да, о том, что инфраструктура города к этому не готова. Попробуйте проехать по нашему городу, ну, хотя бы с ЖБИ до ВИЗа в 17 часов вечером, да, попробуйте проехать. Зимой, снегопад. И можно даже и зимой. Или попробуйте с Уралмаша на Химмаш проехать, да, особенно по Белинке и прочим улицам. Это первая проблема, которая возникнет, потому что город не приспособлен для такого количества жителей. Как об этом можно будет говорить, как только вы скажете, давайте ограничим число людей в городе? А я вижу, что и без будущих приезжих уже сегодня это проблема. Давайте решать эту проблему, а потом приглашать гастарбайтеров, как это принято сейчас говорить. Поэтому мне кажется, что не готов пока наш город. Может быть, под обещание провести экспо у нас что-то, виадуки, разводки автомобильных дорог еще сделать. Я вот только что вернулся из Казани. Там проходила универсиада, и все дни универсиады я был там. Хорошо, просто скажите, я смотрю, город не готов, но люди приедут. Чего делать? Чего делать? И как говорить об этой проблеме? Готовиться. Уже сейчас строить жилье эконом-класса и больницы побольше, чтобы самим хватило. Я не думаю, что жилье особое какое-то строить нужно. Потому что такую ситуацию переживает город Хабаровск. Две переписи населения показали, что город не вырос. А структура населения в этническом отношении поменялась. Я цифры сейчас не скажу, давайте совру. Да? Ну, на треть город стал китайским. То есть китайцы заселили его. Город не стал больше. Я думаю, что город не станет больше, но этнически он будет более разнообразный. Спасибо за этот разговор. Это был Рафаэль Исхаков. И сказаны были две очень важные вещи. Во-первых, город, наверное, не прирастет. Скорее, приезжие заполнят те пустующие места, которые оставляем мы. Ну и во-вторых, мы прощаемся с советским наследием, в том числе с наследием интернационализма, и входим в какую-то новую эру, где жить будет не так терпимо, что ли. Давайте узнаем, что думают люди на улицах, что они говорят, отвечая на вопрос, чем конкретно вам не нравятся мигранты. Здравствуйте, с вами Лена, и мы снова собираем мнение у терки. В России все больше приезжих из ближнего зарубежья. Как к мигрантам относитесь вы, Татьяна? Я отношусь к мигрантам скорее отрицательно, чем положительно. Почему? Потому что их стало очень много. Потому что стало грязно очень от них. Потому что сейчас работают на стройках, работают в транспорте, в маршрутках, в основном мигранты. Очень страшно ездить. Ну и вообще, говорят, что много преступлений ими совершается. Я вот читаю, допустим, какие-то новости, что там кого-то, значит, обидели, здесь кого-то изнасиловали. И все это, ну, какие-то выходцы из этих республик. Отношусь отрицательно. Спасибо. А как к мигрантам относятся остальные екатеринбуржцы, мы узнаем прямо сейчас. По-человечески я их понимаю. То есть они к нам приехали заработать, прокормить семью. Правильно? Но к нам они относятся по-хамски, честно говоря. То есть абсолютно нас не уважают, не уважают законы, наши привычки. Я бы не хотела, чтобы в нашем городе жили мигранты. Особенно те, которые не зарегистрированы. Это вообще. Да нет никаких сложностей с этим. Если они официально оформлены со всеми документами, то они имеют хорошую работу. Это никак не мешает нашей российской экономике. Конечно, вот проблема такие, уж нелегалы.
но таких я не встречала, слава богу. И... Но я живу с мигрантами, мне это не нравится. Все. А почему не нравится? Это вообще другая культура. Я выхожу на кухню, там стоит женщина, которая, у которой видно только кисти рук и лицо, она полностью одета. Для меня это просто дико. Я раз посмотрела, два посмотрела, это было нормально, а потом я уже привыкаю. Так же мы все привыкнем, мне кажется, скоро. Спокойно, пока они разговаривают по-русски. Ну, не знаю, я такая рыженькая, светлая, они постоянно обращают внимание. Ну, как бы это уже заметно. И видно, как бы, их пренебрежение ко мне. Вот. И как бы, ну, почему я должна хорошо относиться к людям, которые меня не уважают? Все-таки очень деликатные высказывания. Страшно подумать, что эти люди говорят даже малознакомым людям. Явно не то, что на публику. Вообще обсуждать проблемы мигрантов на публике у нас не очень принято. Но, как мы говорили, времена меняются. И, знаете, есть уже первые признаки того, что времена меняются. Удивительный факт. Чтобы отказаться от участия в этой программе, полицейские ГУВД, которых мы позвали, написали открытое письмо. Обратились к свердловской общественности. Так журналистам в открытой форме на Урале не отказывали, ну, лет 10. К этому выдающемуся событию мы еще вернемся в конце программы, а сейчас давайте отвлечемся от главной темы. Отвечая на вопрос на нашем сайте, вы можете высказать свое отношение. Найдите раздел голосования. Посмотрим видео колумниста Евгения Шароварина. Он затрагивает волнующую, ну, в общем, даже чувственную тему о том, как новые гаджеты повлияют на порнографию. Перспективная отрасль сейчас является интернет вещей. Ну, то есть, условно говоря, интернет во всем, там, начиная от детских игрушек, заканчивая там холодильниками и стиральными машинами. То есть интеграция всего вещественного мира вокруг там диванами, стульями, креслами, мисками для посуды, мисками там для супа. То есть всего того мира вещей, которые нас окружают вот, между собой посредством интернета. И, как следствие, вторая область – это интерфейс между... сближение человека и интернета, то есть интерфейс с человеком. Начиная от вот тех же самых пресловутых очков от Google, которые, собственно, новая интерфейсная концепция, ну и заканчивая, быть может, в каком-то будущем прямым интерфейсом в голову. Теоретически этому ничего не мешает, вопрос технологии. Как только у вас есть интерфейс прямо в голову, это значит, что есть же тут много, у вас есть слух, есть обоняние, есть зрение, есть вкусовые ощущения. Как только вы добрались до головы, вы можете делать совершенно бешеные интерфейсы, которые, у которых аналогов сейчас нет. Например, вкус. У вас же нет вкусового интерфейса. Вот, например, вы голодаете, но захотели почувствовать вкус там, там, куска мяса. Хлобысь и почувствовать. Или наоборот, вы там сидите, вы там заинтересовались, путешествуете по стране, да, и захотите, вам предлагают зайти в какой-нибудь экзотический ресторан, а вы хотите попробовать пищу на вкус до того, как сделаете заказ. Делаете запрос мысленно в поисковую систему и получаете, ну, тоже касается и запаха, тоже касается и тактильных ощущений. Вот. Вы представляете, как порноиндустрия поменяется, да? Когда можно будет тактильные ощущения непосредственно передавать без физического воздействия. А парни, по-моему, немцы, сделали историю, они расшифровали, они получили изображение с глазного нерва. Они научились получать изображение с главного мира. Правда, потом, когда они сделали контрольный эксперимент, выяснилось, потратили кучу времени на расшифровку и так далее, выяснилось, что у разных людей разное кодирование глазных нервов. Ну и пошло-поехало. Ну, разберутся, то есть вполне возможно, кодирования не так много. Ну, то есть в этом направлении, что это такое мега-направление, что в нем очень большое количество серьезных, именно не в финансовом плане, ну, в финансовом тоже, но в первую очередь в интеллектуальном плане людей работают. Много слов, давайте немножко цифр. Вовке очень нравится, как в пальцах глина давится, и звери без конца вылепливаются.
Это из советского стихотворения «Для детей хорошие профессии». Какие профессии считаются хорошими сейчас, в общем, понятно. Те, за которые больше платят денег. Но есть еще самоотверженные и потому уважаемые обществом другие профессии, в которых денег не очень много. Я говорю о бюджетниках. Ну, о таких прославленных, как учителя, врачи и ученые. Давайте узнаем, кто из этих людей живет лучше всего, кого казна ценит в наибольшей степени. Вот рейтинг избалованных казной профессий. На первом месте врачи и работники медицинских организаций с высшим образованием. У них средний оклад 42 698 рублей 70 копеек. На втором месте преподаватели вузов 36 185 рублей. На третьем научные сотрудники 30 360 рублей. На четвертом учителя 27 184 рубля. Средний медицинский и фармацевтический персонал на пятом месте – 22 385 рублей. Если вы врач и вы возмущены тем, что я сейчас сказал, что у вас нет 42 тысяч, ну, я советую вам пойти к начальнику и узнать, какая зарплата у него. Только не надо пенять на чиновников и обвинять их во всем. Они живут не лучше вашего. Среднее жалование служащего в Свердловской области составляет 30 227 рублей. Меньше, чем у ученых, больше, чем у учителей и точно средняя заработная плата по Свердловской области. Это был рейтинг на ЕТВ, а прямо сейчас выпуск реалити-проекта «Урал-Док». Мария Козлова исследовала областной слет хипстеров под названием «Ярмарка-фест». Смотрите. До Дня города еще 2 недели, но празднования уже начались. Сегодня мы в Харитоновском парке на ярмарке «Фест» или ярмарке хороших людей. Ранее это мероприятие называлось «Ярмарка дефицита», и проходит оно уже 6-й раз. Судя по очереди в кассы, пойдемте посмотрим. Желающих, видимо, очень много, хотя отмечу, что билеты не дешевые. Сколько они стоят? Вот, фестиваль хороших людей, 3 августа, 800 рублей стоимость билета. Ну а так как у нас вот такие замечательные розовые браслетики, как у аккредитованной прессы, мы можем проходить свободно. Пойдемте внутрь и посмотрим, что за площадки сегодня на фестивале. Ну вот мы на первой площадке, где проходит гастрономический мастер-класс. Нам сказали, что прямо сейчас здесь будет мастер-класс по приготовлению лазаньи. Я предлагаю вместе с вами послушать специалистов, наверное, очень известных поваров. Пойдемте посмотрим. Итак, мы готовим целых 40 минут болоньезе. Как долго? Ужас! Но мы не будем тратить время зря. Мы научимся готовить еще одну начинку из сыра рикотта со шпинатом. So, whatever you put on the lasagna, whatever you bake, if you Главное, passion, как говорит Крис, готовить лазанью увлеченно. Yeah. Можно готовить ее с курицей, можно готовить со свининой. Главное, чтобы это было сделано с увлечением, с желанием. Ну, вот, лазанья готова. Давайте сейчас вместе с вами попробуем, что получилось. Шикарная лазанья, очень вкусно, несколько слоев. Вообще очень шикарно. Вот, собственно, мы дошли до эпицентра, наверное, этого фестиваля – «Гараж Сейлс». Когда-то именно вот с этого мероприятия начиналась ярмарка дефицита. И давайте спросим у организаторов, что это, для кого и кто сюда приходит. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Наташа. Наталья, расскажи, пожалуйста, что такое «Гараж Сейл» вот для обывателя, понятным языком? Все знают, что в Америке, в Европе люди просто ненужные вещи выставляют раз в году или когда как, просто у себя во дворе. И здесь мы сделали что-то подобное. То есть у нас люди приносят свои вещи до 400 рублей. Они их могут либо сами продать, либо просто оставить и пойти смотреть погулять все, пока. Что да, происходит на ярмарке. Хорошо, спасибо вам большое. Но я думаю, что стоит поговорить с теми людьми, кто сюда приходит. Пойдемте. Девушка, простите, можно вопрос вам задать? Ой, нет. Простите, пожалуйста, можно вам вопрос задать? Вы сюда зачем пришли, если не секрет? Просто отдохнуть в парк. Интересно, вы бы что-то здесь купили? Мне кажется, что это неинтересно. И я бы здесь, вот именно здесь, не говоря там о других вещах, я бы не купила. Потому что я вижу, что это все такое старое, такое изношенное. Ну, не знаю, у меня просто чувство брезгливости даже к этому. Спасибо вам большое. Да нет, а вот буквально за моей спиной меряют вообще одежду. Вы так активно смотрите все, что здесь предлагается. Выбрали что-то? Да, вот. Выбрали вот такой шарф. Всего 50 рублей. Это находка. И вот такие брючки. Такие вот на молодого человека. Ну вот мы подходим к моей любимой площадке. Здесь так называемый фитнес-зал под открытым небом. И сейчас я предлагаю пройти на место, где занимаются йогой. Мы как раз-таки попали в интересный момент.
наверное, это правильно называется медитацией, я не знаю, но это очень здорово. Всем советую позаниматься йогой, особенно под открытым небом. Восстанавливайте связь своего «я», своего сознания, своего мозга и нервной системы с вашим телом. Опираясь левой рукой на коврик, поднимайте себя наверх. Усаживайтесь в любую удобную позу. Вы знаете, ярмарка «Фест» вообще удивительное место. В центре города собрано, наверное, все, что на сегодняшний день может быть интересно горожанам. И как раз с этой стороны хорошо видно масштаб мероприятия. Абсолютно весь Харитоновский парк занят какими-то площадками. Чтобы посетители не потерялись, организаторы выдают вот такие вот карты, где хорошо нарисованы площадки, что где проходит, и по времени даже расписано. Ну и мы отправляемся на последнюю площадку, самую экстравагантную. Мужская парикмахерская прямо под открытым небом. Условное название контора в центре парка Харитонова. Можно подстричься, побриться и сделать, в общем-то, все, что обычно делают в мужских парикмахерских. Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете и удобно ли это делать на улице? В данный момент мы делаем, конечно, стрижечку, и намного интереснее так работать, потому что все ходят, фотографируют, снимают. Мы не первый раз уже под открытым небом работаем. Недавно мы работали на пикнике «Фламп» на пляже. Там босиком вообще работали, как бы полураздетые. Но людям нравится. Ну вот мы посетили практически все основные площадки. Что мне очень нравится в этом фестивале, каждый занимается тем, чем нравится. Танцует, лежит, спит, поет, пляшет, покупает что-то. При этом правоохранительных служб в парке, кстати, не очень много. Все проходит достаточно безопасно. Ну, фестиваль продолжится до вечера, а мы прощаемся до следующего года. Убиваемый монолог. Это ИТВ, телевидение мнений, тема дня «Мигранты». Голосуйте на нашем сайте, мы задали там очень меркантильный вопрос. Если выгнать всех мигрантов из Екатеринбурга, на что цены вырастут больше всего? На продукты, на проезд в транспорте, на одежду, на бытовую технику, ни на что, на все. Итоги голосования подведем в конце программы. Поскольку тему мигрантов мы обсуждали в самом начале, от вас поступили вопросы, спасибо вам за это, продолжайте писать. Кто-то тут цитировал Филиппа Киркорова в «Я не Рафаэль». Это последнее дело. Кто-то упрекал за то, что я не назвал Эдуарда Лимонова, великого писателя земли русской, который заявил, что центры для мигрантов смахивают на концлагеря. Ну и спрашивают, почему мы не позвали мигранта из ближнего зарубежья. В конце передачи мы вам объясним, почему человек был очень взвешенный, почему мы не позвали крайние точки зрения. Ну, в общем, по причине полицейской, скорее. Голосуйте на нашем сайте, и я хочу вам задать еще пару вопросов, но скорее риторических. Как вы думаете, что общего между взяточником, насильником, совратителем 16-летних и археологом-любителем? Ответ. Каждому из названных по закону может грозить до 6 лет лишения свободы, если его обвинят в преступлении. На днях была введена уголовная ответственность за незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания, а также за уклонение от обязательной передачи государству артефактов особой культурной ценности. Заглянем в глаза этих опасных людей, которые ходят с минометами, с лопатами и металлоискателями. Ну, и минометами, если найдут. Сюжет. Медаль с днем свадьбы. Медали за мужество Владимир находит нечасто. Обычная добыча археолога-самоучки – водочные пробки и пивные банки. Любитель истории каждую неделю выезжает в поля на поиски старины. Но и в лесах в основном только жесть. Да, собственно, вот. Алюминий.
Таких, как Владимир, называют поисковиками. Для них археология – это не способ заработать, а увлекательное хобби. Ради осколков крестик или старой крышки на самовар они готовы землю носом рыть. За 10 лет успешный бизнесмен перелопатил немало гектаров с прошлым. Но теперь докопаться могут уже до него. Депутаты Госдумы приравняли всех любителей древности к черным копателям и собираются посадить почти каждого, кто вышел в лес с металлоискателем. Я себя не считаю черным копателем. На памятниках не копал, могилы не копал и копать не собираюсь. Копаю исключительно только на местах старых деревень. Те, которые на данный момент используются под посевы, под картошку. Копатели картошки, например, на Уктусе, в горном щите или в Палкино, тоже оказались под угрозой. Поправки, призванные защитить культурное наследие от расхитителей старины, оказались уж слишком радикальными. Попасть под статью рискуют даже садоводы, если в огороде наткнутся на старую монетку. Тогда сажать будут уже их. Любой предмет, который старше 100 лет, может быть признан археологическим предметом. И за поиск археологического предмета можно привлекать к уголовной ответственности в размере до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы до 6 лет. Сами археологи от новых поправок тоже не в восторге. Говорят, поисковики им не враги, а братья по лопате. Ведь часто они делают то, до чего у профессионалов просто не доходят руки. Например, составляют карты древних поселений. А судить нужно только тех, кто копает глубоко и неосторожно. Расхитители могил и городищ подчас работают экскаваторами и после себя оставляют лунные пейзажи. Берут им то, что нужно, только это цветные изделия из цветных металлов, хорошо сохранившиеся. Остальное они просто все выбрасывают тут же на месте, тем самым уничтожая культурный слой. У нас в гостях Владимир Кропотухин, поисковик, которого вы видели в сюжете, и Сергей Погорелов, заместитель начальника отдела археологии областного центра охраны памятников. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Ну что, 6 лет или 7 миллионов рублей штрафа. Справедливо же, надо же охранять наследие, как считаете? Тогда я первый выскажусь. Я считаю крайне несправедливо. Чего же? Есть другие способы охраны нашего наследия. Какие? Например, сотрудничество поисковиков с официальной археологией. И чем это поможет? Поможет мало тому, что сохранить, но еще и приумножить и осветить. Каким образом? В настоящий момент поисковики загнаны в угол. Сейчас поисковик, найдя монетку, просто боится об этом сказать. А если он найдет, ну, скажем, небольшой кошелек, по терминологии поисковиков, это скопление монет. Там 10 монеток, 5 монеток. Это уже можно назвать и кладиком, а с другой стороны, ну, там для науки, по большому счету, никакой информации не несет. Он будет молчать об этом и будет правильно делать, потому что его могут привлечь, его могут преследовать. Если бы у нас были развитые отношения с официальными представителями науки, если бы нас не стравливали, то, в принципе, большая часть поисковиков могла смело заявлять о своих находках. Сергей, почему он жалуется? Пришел бы к вам, сказал, вот у вас археологическая экспедиция, хочу, вы бы его под присмотром МНС, младшего научного сотрудника, отправили с лопатой. Если на это ответить, то я вот так скажу, что археологи сейчас беспомощны. А этот поиск, который вот сейчас вот мы обсуждаем, и с металлоискателями в том числе, это следствие того, что происходит в нашем обществе, до чего довели науку и, в частности, археологию. Археология беспомощна, она не может сейчас ни проводить регулярно мониторинги, ни выявления памятников, ни тем более проведения аварийных археологических обследований разрушаемых памятников и так далее. Поэтому поисковики, придя к нам и сказать, давайте вот мы обследуем какую-то территорию, да у нас просто нет таких возможностей. А вот так с бухты-барахты, не получив эту жесткую лицензию, открытый лист на какой-то маленький кусочек, и то надо дождаться этого листа, чтобы тоже не попасться, что ты копаешь без открытого, да? Он придет зимой, а полевой сезон-то закончился, а тебе надо летом все изучить. И такие проблемы. То есть вообще-то это все идет у нас от ситуации в стране. Во-первых, сами законы должны писать профессионалы. Не спортсмены, не певцы и прочие депутаты,
а профессионалы. И тогда так и создавать... Археологи? Да, историки, археологи, этнографы и так далее, кто разбирается в этом, те, кто практики непосредственно, а не теоретики, может, какие-нибудь. Вот. Это первое. К законам должны быть подзаконные акты, подробнейшие инструкции. Этого ничего нет даже к ФЗ-73 об объектах культурного наследия. И даже это ученый из... может попасть в ситуацию, когда да, его это осудят. Это одна из изначальных проблем. Вот. А на самом деле, если бы археологи были сильны и их поддерживал, у нас же вся археология федерального значения, как значится в законе, вот, но у нас ни копейки за все эти годы от федерации на археологию не было и нет. Хорошо, без федерации, вот с Владимиром, таким вот любителем, в общем, археологической науки, что делать? Что делать? Нужно налаживать контакты. Я сам 10 лет работал во Дворце пионеров в секции археологии. Более 1000 детей много лет занимались. Это был комплексный подход. Мы работали в экспедициях, дети получали комплексное представление об истории. Мы не только металл изымали, так сказать, да, а мы в комплексе этого. Это все ликвидировали в 97 году, это не восстановлено. Вот. Я улыбаюсь, потому что да. Вы, Владимир, сказали, что необходимо налаживать контакт, но при этом все время пеняете все-таки на какую-то федерацию. А должна быть структура. Мы чиновники. Областной наш центр, мы чиновники. Создавайте. Мы должны работать по каким-то приказам, инструкциям, программам. С финансированием этого ничего нет. И в этом изначальная проблема. Владимир, вы чем недовольны? Ну, то есть, вот найдете, если клад, заберете себе. Ну и слава богу, никто вас никогда не заставит его отдать, ничего вам не сделает, пока вы об этом не объявите. Ну, не схватит же за руку, никто ж не следит. Значит, в связи с принятием последнего закона, по этому закону любой садовод, любитель, огородник, не дай бог, найдет монету у себя на огороде. Если он ее не покажет, не заявит государству... Государство и не узнает. Он в глазах государства становится черным археологом, черным копателем. Поэтому добро пожаловать, садоводолюбители, огородники, в наши ряды. Понимаете, государство что сделало? Оно всех просто навесило клеймо. Все, нет белых копателей, нет красных копателей, те, которые, допустим, копают в Великой Отечественной. Все черные, просто все черные сразу. Сергей, вы говорили, что много черных копателей в деревне Палкино, потому что там огород не вскопаешь без согласования. Нет, я этого не говорил, но по деревне Палкино довольно такая уникальная ситуация, что с 50-х годов это стал федеральный памятник, и часть земель были по разным причинам оказались в частном владении, а памятник федеральный, поэтому многим именно в Палкино многие последние годы приходилось как-то подписывать охранные обязательства, что если они будут что-то строить и много копать, чтобы они все-таки приглашали специалистов. Но это, в общем-то, да, тут особых не вызывает. Деревни? Ну вот в Палкино все равно как-то живут. Ну вот про черных и белых и вообще поисковиков, да, здесь надо на самом деле это все очень четко подразделять. А подразделять это надо из подхода к истории. ФЗ-73, наш федеральный закон, там написано, археология или археологические объекты – это те объекты, основная информация о которых может быть получена только в результате археологических раскопок. Угу. То есть, если мы возьмем с вами последние, ну, допустим, 3 века, лет 300, то никто спорить не будет, что основные источники – это письменные, документальные и прочие. Поэтому классическая археология всегда включала в себе период от палеолита, например, до позднего средневековья. И вот этим надо ограничиться. Все, что позднее, новая, новейшая история, это уже историко-этнографические исследования. И там вот такую археологическую уголовщину с отрытыми листами просто нельзя вводить. Вы простите, я прерву, но все-таки к деревне Палкино, к садоводам очень яркий образ про копание на своем огороде и монетку. В каких еще деревнях садоводам стоит опасаться? Мы не знаем, как наши 1700 памятников археологии поживают сейчас. В Свердловской области, потому что мониторинга не было многие-многие многие годы. В курортных деревнях какие есть памятники? Не скажу. Мы не можем, к сожалению, отследить состояние даже археологических памятников всех. В теории любой населенный пункт, любая точка в Свердловской области... Вот я и говорю, не надо все тянуть в классическую археологию. Должна быть история, и там это будет какое-то взаимодействие с поисковиками. Это будет все равно фиксация исторической информации. Но это не будет вот такого, что тут в законе.
чуть что поднял или копнул, и вроде бы ты уже уголовник. Где список 1700 памятников, чтобы я посмотрел и точно знал, что около моего дома, около моей дачи? Ну, конечно, это у нас госорган по охране памятников, сейчас наши субъекты федерации, это Министерство госимущества. С прошлой осени к нему от Минкультуры перешли функции. Вот, и все там написать есть. Написать запрос. У нас на связи Александр Шадрин, антиквар. Александр, здравствуйте. Алло, Александр. Алло, да-да-да. Добрый вечер. Мы очень рады вас слышать. Вы приветствуете этот закон, который, как мы тут выяснили, уравнивает всех, то есть делает всех потенциальными черными археологами. Почему вы за? На самом деле не так все. Я на самом деле, да, считаю, что закон в принципе нужен. И необходимо действительно ужесточение для вот так называемых черных копателей. Но на самом деле именно тех, вы уже сейчас правильно сказали, копает не лопатами, а экскаваторами. Угу. То есть с этим я безусловно согласен. Это мера необходима и может быть во многом даже вынуждена в наших обстоятельствах. А то, что ужесточать для тех, для любителей, которые ходят, которые проявляют интерес к истории, истории нашей страны, я вообще не понимаю, зачем это сделано, с какой целью. Но это вот закручивание гаек, которое повсеместно проходит в нашей стране, и принятие всех последних законов, скорее видна какая-то попытка, не знаю, улучшения бюджета, что ли, я не знаю, в целом по стране за счет простых обычных граждан, которые наоборот, они не занимаются какими-то там, не знаю, ни преступностью, ничем. В это вовлекаются и дети. Вот Сергей правильно сказал, что вот он секцию вел там до 1000 человек, вот у него во дворце пионеров было. То есть это вот действительно правильное направление, его надо расширять, к этому надо вообще с подозрением относиться и помогать пытаться всякими мерами. Но вот почему-то это все вот не так. Понятно. Спасибо, Александр. Это был Александр Шадрин, антиквар. В общем, позиция понятна. Закон нужен, но не такой. Скажите, вот есть тут какие-то отношения еще наследника? Если, например, мне старушка, лежа в больнице, бабушка-графиня сказала, что у нее клад до революции зарыт подо львом. Тут еще итальянцы рядом крутились, и мы все с итальянцами нашли этот клад. Есть у меня какие-то права наследника? Ну, я не знаю таких законов. Есть у нас закон о реституции, да, но он настолько ограничен, что имущество возвращается только представителям Русской Православной Церкви. По всем остальным... Я такого не слышал. Владимир, закон обратной силы не имеет. Можете рассказать о каких-то прегрешениях, которые вот по нынешним меркам стоили бы вам денег и даже свободы? Я бы хотел по поводу клада отметиться. Ну, да. Значит, немножко давайте не будем забегать. Значит, по поводу клада. Здесь все очень неоднозначно. То есть земля может быть, находиться в федеральной собственности, муниципальной, в частной. И... Все достаточно очень сложно. Мои коллеги, поисковики в Центральной России сделали вид, что нашли клад. Угу. То есть им было стало любопытно и интересно. Они энное количество чешуи. Это монеты периода Ивана Грозного, ну, 16-17 век. Мелочевка. Серебряные. Серебряные. Маленькие. Чаще всего серебряные. Значит, ну пусть будет их там 100 монет. Они, значит, хотели посмотреть, а как работает государство в этом плане. Пытались сдать, а никто не брал. Сдали, взяли, а потом оценили. Произошла оценка. Оценка была, насколько я знаю, в 5 раз ниже, ну, скажем так, рыночной стоимости, если можно так говорить. Соответственно, они получили, ну, совершенно не то, на что могли рассчитывать. Вопрос. Как после вот этого эксперимента поисковики должны реагировать? Самим заказывать оценку. Хорошо, у нас кончается время. Последний вопрос. Будете копать? Да. Хорошо, и вам последний вопрос. Будете пытаться улучшить закон в нынешнем его виде? Все-таки вы чиновник, как вы сами признались. Все эти годы мы старались и посылали свои предложения, когда еще вот 2002 года новый закон принимался вместо старого 78 года. Но, к сожалению, вот мы видим, что многие статьи прописаны не профессионалами, а инструкции с 2002 года вообще нет к закону. И тем не менее, не оставляя надежды. Ну, это наша жизнь, поэтому тут уже ничего не изменить. Хорошо, как гражданин и специалист будете коллег закладывать, которые не по бумажкам все делают, или есть какой-то кодекс археолога, своих не сдавай?
Ну, во-первых, такого нет. Были случаи, когда, допустим, крепкие ребята говорили, типа, пацан, ты тут ничего не находишь, мы тебе даем денег и все. Вот. Но никто обвинить меня в этом так и не сможет за 15 лет городской археологии, хотя это все очень непросто. Мы все равно проводили исследования, потому что один раз опозориться с таким, и это как бы ты уже не профессионал, не археолог. Спасибо, что пришли к нам сегодня. У нас в гостях был Владимир Кропотухин, поисковик, и Сергей Погорелов, заместитель начальника отдела археологии областного центра охраны памятников. А сейчас мы хотим посмотреть «Уралдок». В прошедшую субботу в Екатеринбурге вспоминали музыканта Михаила Горшенева, Горшка. Вечер памяти устроили фанаты, и несмотря на то, что место и время было согласовано, все пошло не так, как было запланировано. Чем обернулся вечер памяти, солиста группы «Король и Шут» увидела камера проекта «Уралдок». Бешеный ветер рвет паруса, старый варяг стоит у руля. Завтра утонут три корабля. Обычное дело для моряка. Северный флот, только вперед, ублюдки. Снять паруса на абордаж. Я не знаю, может, расскажешь. Но почему вы решили вот здесь это сделать? Родная водка русская. А где? Ну да. У нас нет такого места, где бы можно было приходить. Чутка внимания. В общем, правила очень простые. Не распиваем алкогольные напитки до 7 часов. Если у кого-то с собой алкоголь, просьба убрать и не доставать до 7. Подписи мы собираем ради того, чтобы в Питере был установлен памятник. Давай, распишусь против. Против? Ну, давай за. Давай, пусть в Питере черканут его. Обожаю этого человека. Мне дорого его творчество. И он, в принципе, был очень положительным. Да помимо Горшка еще надо многим памятник выставить. Всем нашим рокерам, которые ушли из жизни молодыми. Все желающие подписи на памятник, пожалуйста, подойдите сюда. Здесь два бланка. Человек заслуживает, чтобы мы ради этого, ну, как-то отложили там все свои дела, там, семьи, какие-то еще что-то. Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Извиняюсь, но в питье алкогольных напитков запрещено. Мы допьем. Тогда можете отойти, потому что у нас вот там господа полиционеры стоят, они могут нас разогнать. Спасибо большое за понимание. О проведении пикета, митинга, собрания. Ну это же не пикет, не митинг, не собрание. Тем не менее, общественное место здесь все-таки. Есть законы другие, где тоже надо придерживаться. Говорят, не распивать спиртные напитки. Вы зачем нарушаете? Это не спиртной напиток. Там налита вода, чистая вода. А что, рот без алкоголя не назад узнал, что умер. Это, и как бы получилось так, что это некуда было податься, и поэтому решила сюда приехать. А вы вот. Из Ревды. Специально приехали? Да. Должно быть и памятное место, и как бы и уделенное место, где можно собираться. Все равно как бы любят некоторые люди. Я просто мимо шли? Нет. Ну, слушали «Король и Шут»? Ну, конечно, я знаю. Ну, что, вот про бомжа песня самая прекрасная, мне нравится. Ну, вот ребята... Я бычок, да. Ребята просто... Я в детстве тоже рок слушал. Да? Да. Но не фанат «Король и Шута»? Нет. А так бы присоединились, видите, как весело, много народу. Не ехать, пока молодожены фоткаются. Взял?
будьте осторожны, не нанимайте нелегальных мигрантов, чтобы они копали канаву вблизи археологических памятников. А мы хотим подвести итоги нашего опроса. Мы сегодня спрашивали, если выгнать всех мигрантов из Екатеринбурга, то на что цены вырастут больше всего? Вы считаете, что ни на что, причем тут мигранты? 50% находятся в этом заблуждение или придерживается этого мнения. 16% считает, что на продукты, само собой, столько же уверены, что на проезд в транспорте. 6% считает, что на одежду. 3% на бытовую технику. И на все 9%. Ну, в общем, не худший результат. На прощание цитата дня. Она требует особых пояснений. Сегодня мы звали поговорить о мигрантах представителей полиции. Я уже рассказывал об этом. Для объективности в собеседнике мы хотели позвать организатора русского марша в Екатеринбурге Максима Вахромова. Против него сейчас возбуждено дело по 282 статье Уголовного кодекса за разжигание. А тандем не сложился, потому что пресс-служба нам отказала, и причем в очень оригинальной форме. Такого, ну вот, 10 лет здесь не встречалось точно. Пресс-служба написала открытое письмо. Цитата из этого замечательного эпистолярного памятника современности. По имеющейся у нас информации, в качестве гостя эфира приглашен человек, про которого ряд крупных федеральных и региональных СМИ на прошлой неделе опубликовали ряд статей, в которых он позиционируется как казак, язычник, националист. Неужели из-за казачества скоро 6 лет станут давать? Мы написали ответное открытое письмо. Вы можете прочитать его на сайте ekburg.tv. Спасибо, что были с нами. Это была «Сумма мнений». Берегите себя.